Здравствуйте, присаживайтесь, пожалуйста. Сейчас, секундочку. Мне хотелось бы грудь побольше. А есть что-нибудь еще чуть-чуть побольше? Вот. Ну а побольше что-нибудь есть? О, есть у меня для вас. О, то, что нужно. Здравствуйте, доктор. Сделайте, пожалуйста, из этого вот, вот это. Хочу грудь, как у Джессики Альбы, а нос, как у Анджелины Джоли, а поп, как у Ким Кардашьян, и мужа, как у Виктории Бекхэм. Сделайте! Доктор, скажите мне правду. После увеличения груди я смогу играть на скрипке? Конечно. Отлично, а то я раньше не умела. Вы знаете, муж меня совершенно не ценит. На работе полный завал. И вообще, по осени у меня осенняя депрессия. Так, а грудь-то вы какую хотите? Грудь? А вы что, не психолог? Нет, психолог дальше, в коридор. Сестру Добрынина, Москва, конечно, у вас город большой. Так, вы кто? Как кто? Троюродного деда Вазгена знаешь, да? Я его троюродный брат, твой овцана коренной братуха, понял? Я вас отдухля. О, сестру, напор у вас мощный, конечно, мощный. Вообще-то это мой халат и мое полотенце. Да ладно, тебе что, для родного брата жалко, что ли, а? Дед Вазген там, наверное, перевернулся в гробу, отвечаю. Эми, ты мою собаку не видел? Эмик, я вот тут подумала, мне кажется, тебе пора... Мне тоже так кажется, мне пора уже переехать в Москву, ты знаешь, сколько возможно, ты шауф. Под ногами земля плывет, в этой лесенке ветер живет. Ир, ты только не пугайся, ко мне тут брат приехал. У тебя есть брат? Сама недавно узнала. Он, в общем, этот, ну, того, с гор. Ну, не знаю, как ему жалеть, чтобы такой пар. Слушай, ну я думаю, что каждому человеку есть свой подход. Ну, хочешь, я поговорю с ним? Думаешь, получится? Ну, да. Извините. Ты кто? Я хотела бы с вами поговорить. Ты моя золотая, давай поговорим. Как долго-то, а? Эмик, а где Ира? Вот. Я не Ира, я Ирейчик. Мандаринка моя. Чё с ней? Не знаю. Пойдём. Земля плывёт, в этой лесенке ветер живёт, и под ногами... Ты можешь закончить свою работу и не маячить у меня перед глазами? Простите, Изабель Маратовна. Изабель Маратовна, я все. Ир, возьми, пожалуйста, деньги на полке и иди уже домой. До свидания. Я должен найти себе нормальную девушку. Собирай свои вещи и уходи. Ну, дай мне хотя бы денег. Куда я пойду сейчас? Мне все равно. Для начала работу себе найти. Здравствуйте, присаживайтесь. А что вы умеете? Ничего. А у нас есть вакансия домработницы. А ты скоро? Да. Блин, мне это не идет. Забыла, где мой телефон? А где мой ребенок? Не забыли, у тебя нет детей. Вот этот, подержи, пожалуйста. Вот этот тоже подержи, а? Ты все равно сидишь. Подержи, пожалуйста. Ну и вот этот тоже подержи. Ну это как тебе? Ну что, норм? Ну что скажешь? Брать, не брать? Я так и знала. Ты все, нет. Подожди еще пару фоточек. Возьму обязательно вот это, вот это. И вот это тоже возьму. Ну, это же мужское. Ты что? Две вещи по цене трех. Надо брать. Не
Лена, вы представляете, мой меня вчера заставил готовить и убираться. А мой запрещает мне в красивых платьях ходить. И вообще, мол, иди домой, уже 11. Капец, вы, девочки, конечно, не умеете загнать этих парней под каблук. Как? Научи. Научи, а. Ладно, бойцы, за мной. Итак, девочки, первое. Пафосное выражение лица. Он должен знать, с кем имеет дело. Девочки, базовые фразы сильной и независимой женщины. Сам готовься, борщ. Все нормально? Я иду с девчонками в клуб, а ты сиди дома и мой полы. Нормально? Ну что, девочки, я думаю, вы готовы. Мой звонит. О, мой звонит. Он бросил меня. И меня тоже бросил. Подождите, понятно. Да-да, а это что, блюд, конечно, будет готов. Нет. Я уверена, что у каждой девушки есть такая подруга, которая просто обожает брать ваши личные вещи. И сегодня я расскажу, как с этим бороться. Ой, класс, а можно твою пудру? Конечно. Держи. У тебя такой топик классный, я примерю? Да-да. А ты чего чешешься? Да у меня чесотка. Врач сказал очень заразные вещи. Ты вообще отпад, я накрашусь? Ладно, ладно. О, крутяк, я накрашусь? What the fuck? У меня свои есть, я забыла. А дальше сейчас тоже. Ты чё, облысеть хочешь? Примета плохая. Реально? Ну, Фёдора Бондарчука знаешь? Ну да, режиссёр. Вот он как-то у друга расчётку взял и всё. С тех пор ходит лысенький, как яичко. А я себе очень хотела силиконовые сиськи, но мой парень не разрешает. Чё, как дела? Нормально. Ты надоела? Ведёшь себя как маленький ребёнок. А чашки тебя за собой не учили убирать? Я тебе как мамка должна быть, да? Нет, ну это уже никуда не годится. Ты не думаешь, что я буду как мамка за тобой бегать, да? Пошёл вот из моей хаты. Если ты меня сейчас пробудешь, я Да я это, иду знакомиться с новым мужем. Она, короче, приехала из Иркутска в Москву, в богатенькому, прикинь, сейчас посмотрим. Лёнька, привет! Я так рада тебя видеть. Сейчас познакомлюсь с моей парень. Мы покажем, что такое лучшие подружки. Ира, что ты делаешь? Я просто хочу быть дольше тебя этим летом. Изабель, мне кажется, мой парень сейчас твой бывший. А почему нож в крови? Я уже выпотрошила ей кишки. Четыре. Черненьких, чумазеньких, чертенка, чертили черными чернилами. Чертеж. Четыре. С четвертью. Часа.